Следит Элиф Элмас. Как раз на Лукаку мяч полетел и залетел в сетку от головы, по-моему, его соперника. Интер сравнивает счет в полуфинале. Суммарно Наполи уже не устроит. И даже и головы Элмаса не коснулся этот мяч. Это прямое попадание с углового. Но вот не могу разглядеть на еще одном повторе. Смотрите, может быть, и было крохотное касание. Не знаю. Это Ди Лоренцо, кстати. Не Элмас, 12 номер, 22-й защитник Ди Лоренцо.